заимствовали у этого имперского капитана, которая так спешила нас обезглавить, давай, не желая разобраться, сюда. В чем тут дело. Давай, сюда. Подожди, я хоть на нее плюну. Пошли. Тьфу. Торопимся. Быстрый старт. Вначале мы хотим получить. Осторожно! Пленники убегают. Вы мы с Хелгена никто не уйдет. А у тебя кровь бежим идет. На максимальном уровне сложности. Свобода или Совенгард? Нет! Вы тут разбираетесь, ребята. Нам некогда. Приказ дождаться генерала Туллия. Я не хочу, чтобы дракон меня... Настройки, игра. Вот, мастер. Максимальный уровень. Трал, отходи! Ради бури! Каким обратиться? Ради бури! Убейте! Мы же ваши братья, братья, и не бури. Что они имперцев не узнают? Пленники что? Убегают! Какие пленники, учё? Ну, зачем же так можно-то? Да я попал. Рычаг нужно было нажать. Какие нехорошие, забили меня. Возьмем мешочек на память. О, оп. Так. Теперь Alt кнопочку нажмем. Быстренько от пауков забежим. Вот они обстреливают нас в спину. Мишка спящий. Здесь можно долго стоять, прокачивая скрытность. Прокачивая какой-то один. Талант можно. Ой, здорово вляпаться. Мы так как-то прокачали. Колдовство. На трупах прокачивали. Потом вызвали Атронаха огненного, чтобы захватить его душу. Но он угробил и нас, и напарника одним ударом. Старт. Быстро.
Разбойники. Господи, еще и это. Плюс ко всему. Санитар леса. Нас не догонят. Спасительная влага. Но мы мимо пробежали. Не туда свернули. Какие здесь негостеприимные люди. Ужас. Ну ладно. Заодно городишко откроем. Если это он. Да, что-то большое. Королька. Мы купим земельку, установив с ним дружеские отношения. Это достаточно. Выполнить два квеста. И можно покупать землю у управляющего. Совсем не обязательно иметь титул Тана. Для титула Тана нужно подружиться не только с ярлом, но и с местным населением, выполнив для трех людей квесты, для трех жителей. До спасительной влаги еще бежать и бежать. Товарищи. Вот это точно лисичка оранжевого цвета. Тут какой-то белый был. Скелетов нужно уничтожать дробящим оружием. И огнем тоже неплохо. Или он нас. Малый запас магии. Ну надо же. Все-таки уваляли. На максимальном уровне сложности. Такие мы молодцы. Прям мастера.
Главное не напороться на рыбу-убийцу. Но здесь они не такие опасные, как в Morrowind. The Elder Scrolls 3. Здесь как-то они... вялые. Наверное, от холода. Ух, как в Морвинде нас кусали за задницу. Ужас. Это мы плывем в Ривервуд, чтобы взять колу бесплатно. Чего? Ну и правильно. У них союзник хороший. Господь Бог. Помолятся и все. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Погляди. Ну, мамусечка. Да? Угу. Хороший спиннинг. Я тоже такой хочу. А спиннинг не продашь, гражданочка? Мы не воры. Мы благородные. Благородный имперец в имперской броне и с имперским менталитетом. Терпеть не может сепаратистов, которые хотят. Только чуть-чуть масла, а сыр тоненько. Отделить Скайрим, ослабив империю. Разве можно это допустить? Нельзя. Поэтому сепаратисты подлецы, а имперцы молодцы. Идем направо. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Рыбка, рыбка, рыбка. Ох, как мы не вернулись однажды. Смертельно можно. Ривервуд.
Братишка, Мара милосердная, как же я рада тебя видеть. Но разве тут для тебя не опасно? Нет. Говорят, что Ульфрика схватили. Герду, со мной все в порядке. Ну, по крайней мере, теперь. Ты ранен? Что стряслось? Колумб взяли. Колумб для нас. Средство заработка. Основное. Ну, для нас лично. Мы не любим квесты. А любим колоть дрова. Честная плата за честную работу. Опять удачно прыгнули. Так не всегда получается. Здесь есть. Месторождение глины. У нас нет колонны этой кирки. И сейчас. Можно идти кушать, что ли? Я как-то удачно заработал здесь, добывая глину и продавая на медоварню. Вот она там. Но для этого нужно иметь прокачанное красноречие, ну, или торговое, или то и другое. Ну, в общем, сейчас, если добывать глину, то на медоварне нам предложат 0 золотых. А на уровне близком к 100 персонажа. Мы оставили его добывать глину и пошли кофе пить. И потом вернулись и продали 1000 кирпичей глиняных медовару и заработали 1000 золотых. Просто так. Солдат спит, служба идет. Медоварня Хонинга. И точно так же можно оставить добывать камень. Оставить героя и пойти пить кофе. Кофе-брейк. Там драка. Лучше пойду по добру, по здорову. Че у нас стреляют опять? Ну ладно, на этой оптимистической ноте мы сохраняемся. И прерываем запись. Тебя уничтожу! Скатертью дорога!
Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Ладно. Но смотри у меня. Мы заплатим любую цену, но нам необходимо... мечей для имперских солдат. Одна. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. И внутри еще побольше. Я не говорю, что я лучший кузнец в Вайтране. Этот титул за Йорлундом Серой Гривой. А его стали легенды ходят. Я лишь прошу дать мне шанс. Не доводилось встречаться с моим отцом. Он работает управителем в драконьем пределе. Я помогаю отцу куда больше, чем люди думают. Думаешь, отец Ярлу свои собственные советы дает? Говорят, на Хелген напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. Если что понадобится, загляни в магазин. Может, к папе пошла? Вид у тебя бледноватый. Извини мою наглость, но, по-моему, у тебя все признаки гремучки. У меня как раз есть от нее средства. Если потребуется лекарство, ты знаешь... негативные последствия заболевания. Не найти. Так что? Она, к счастью, ошиблась. У меня есть парочка зелий на продажу. Так ты... С разбойниками я еще могу справиться. Но теперь вон, а драконы объявились. Как по мне, так мир сошел с ума.
нашим любимым делом, голкой дров на свежем воздухе. Владельца трактира. Можно продать другому торговцу, но он даст цену в зависимости от прокаченности. Красноречие. Она дает твердую. Заходи, заходи. У нас теплая еда, теплое питье и теплые постели. Она предлагает 5 золотых за каждое полено. Еще мужик в Ривервуде этим занимается. Работа мне не в тягость, скупает, но я уже подумываю отойти от дел. Может, продам заведение Изольде. Ладно, чего ты хочешь? Садия, вставай, милая. Хочешь выпить? Нет, не хочу. Ладно тебе, хватит уже вопросов. Чем могу помочь? Честная плата за честную работу. Если что еще нужно, обращайся. И тебе доброго дня, друг. Да встретишь ты смерть с мечом в руке. Спасибо. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Чего? Да ты на кого вообще тявкаешь? Нужны припасы? Сходи в лавку к Белитору. Он скользкий тип, но выбор у него отменный. Вот сейчас все брошу и пойду к Белитору. Если хочешь чего прикупить... Я не говорю, что я лучший кузнец в Вайтране. Этот титул за Йорландом Серой Гривой. А его... Да все, что доброму воину нужно. Доброму вору все в пору.
Если что понадобится, загляни в магазин. Не доводилось встречаться с моим отцом. Он работает управителем в драконьем пределе. Подвезти. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Если первый раз в Рифтоне, обязательно сходи на медоварню «Черный вереск». Ну стой. Хочешь войти в Рифтон? Плати гостевой налог. За право войти в город. А тебе какое дело? Ладно, только шум не поднимай. Хочешь, чтоб все услышали? Пропущу, дай только ворота отопру. Ворота открыты. Заходи, когда сочтешь нужным. Гвоздунов надо вешать на крепостной стене. Ну, заходи. В играх, естественно. В реале что. Я опять столкнулась с гильдией воров. Эй, ты! А ну иди сюда, есть разговор. Гильдию воров поддерживают... Я устала. Приходи ко мне на рынок. Когда ты брал деньги, ты обещал вернуть их в срок украшения с двойными процентами. Во всем Скайриме. Я знаю, да, но откуда я мог знать, что права на грани? Добро пожаловать. Позволь посоветовать тебе черноверисковый мед. Лучший мед во всем Скайриме. Мы здесь предлагаем только лучшее. Черновересковый мед. Принести тебе? Погляди. Возвращайся к нам еще.
Рифтена. Слушайте меня. Никогда и дня честно не работал, судя по тому, сколько у тебя денег. Да благословит тебя Мара. Чудесно. С чего начнем? Мара – богиня любви. Храм раздает ее дары, заботясь о бедных, больных и страждущих. Мы также проводим свадебные обряды для всех любящих пар в Скайриме. Да, если у тебя нет сомнений, конечно. Ты знаешь, как совершаются браки в Скайриме? В Скайриме любовь такая же суровая, как люди, которые тут живут. Жизнь нелегка и коротка, на долгие ухаживания нет времени. Если кто-то хочет найти себе пару, то носит на шее амулет Мары, чтобы это показать. Когда кто-то ответит взаимностью, и пара поймет, что хочет быть вместе, один из них приходит в храм и просит нас провести обряд. Пожалуйста, и помни, в Скайриме человека ценят по поступкам. Чем больше ты помогаешь людям, тем скорее они полюбят тебя. Удачи! Да благословит тебя Мара! Это один из знаков. Знаков того, что госпожа Мара недовольна вашим постоянным пьянством. Отриньте фляги с мерзопакостным зельем и примите учение прислужницы Кин. Нет-нет, Марамал, мы об этом уже говорили. Талин... Кирава, мы наверняка можем прийти к пониманию. Эти люди должны узнать о том, семена какого ужаса посеяли. Хватит, Марамал. Мы все слышали о драконах и их возвращении. Не надо использовать их как повод, чтобы распугивать нам клиентов. Хорошо, Талин. Я покину этот вертеп разврата. Мы тебя не выгоняем. Просто проповедуй в храме, а нам дай грешить с миром. Да благословит тебя Мара. Нет, ребята, бить вредно. Мужик, дело говорил. Добро пожаловать в пчелу и жало, господин. Я могу отвезти тебя. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Первый раз в Виндхельме. Говорят, он старше всех городов в Скайриме. Считай...
лошади. Целый день. Каждый день. Ты хоть представляешь, какие они скучные животные? О, прошу прощения, я мешаю? Приехали туда, где вас не ждут. Едите нашу еду, отравляете наш город своим присутствием и отказываетесь помогать Ульфрику. Если ты ищешь наемника, то он перед тобой. Нет меча сильнее во всем Скайриме. Если ты ищешь самого сильного из всех наемников Скайрима, то больше искать не надо. Скромный ты наш. Наемных воинов в Скайриме хватает, однако мало кто сравнится с... Мой клинок остер, я жажду битвы. Вперед! Пошли. Если хочешь чего прик... Я не говорю, что я лучший кузнец в Вайтране. Этот титул заё... Погляди. Если что понадобится, загляни в магазин. Ну и рожа. Начались хорошие. Сейчас заработаем денежек на колки дров. Ветер холодный. Заморозки посевы побьют. Пойдем вот зарабатывать дружескую репутацию. Ну, ярла. Землю под постройку поместья.
Ты замечательный друг. Это дорого стоит. Напарнику можно приказать рубить дрова. Ладно, что? Ну и не только что? Рубить дрова. Договорились. Он это может делать и без колуна. Если посмотреть его инвентарь, то колун исчезнет. А сейчас он есть. Такая прелесть. Горячий душистый хлебушек прямо из печи. Колка дров с помощью напарника тем хороша. Договорились. Не нужно наводить курсор. Прицел. Колоду ручно после трех ударов, а просто нажимать на клавишу Е и все. Экономит время. Договорились. Прерываемся пока. Мы накололи с помощью напарника достаточное количество дров для покупки земли под строительство поместья. Договорились. Колка дров с помощью напарника тем хороша, что не отягощает героя. Ни героя, ни напарника. Напарник может бесконечное количество дров так наколоть и нести в инвентарь у себя. В связи с этим можно использовать быстрое перемещение по глобальной карте. И к тому же он... Договорились. Напарник не перестает бегать, имея в инвентаре большое количество дров, оленьев. Я работаю на Белитора. Вот Влад такой фокус. В чем сейчас проблема Скайрима? Все только и думают, что о смерти. Владелицы горцующей кобылы таверны. Но нам понадобится нежнейшая дичь, поленья, стволики распиленные для строительства усадьбы, то есть поместья. Тебе еще что-то нужно? Так что... Да? Следуй со мной. Хорошо, пойдем поищем, с кем бы подраться. Нам нужно открыть лесопильню. Пирожок. Вот она примерно здесь.
капли зубы. Не жалей меня! Разорву тебя на куски! Я тебе голову сниму! Голову сняли. Побежали дальше.
ищешь... Ошиблись адресом? Раньше на лесопилке работали 5 отличных парней. Потом началась эта война, и они все умчались. Болваны. Мёд им все мозги выебали. Ты замечательный друг. Это... Хорошо, пойдем поищем, с кем бы подраться. Не совсем подраться. Дровишки продать. Тут вокруг полно отличного дерева, но я просто не могу заготовить все одна. Все остальные ушли воевать. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Пошли. Может, еще свидимся. Красиво порхаем. А если лесопилки не будут... Честная плата за честную работу. Славного денька. 3420. Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Так. Лесопилку мы открыли. Теперь пойдем к корольку, чтобы... получить... земли под строительством.